Интеру нужны свои собственные, потому что он спорит с Лацио и Ромой за место. Привыкли к тому, что у команды есть стабильная и очень надежная оборона. Они играют вместе, много тренеры Канцело в этом сезоне. Хорошая передача на Матьюди, и мяч выползает за пределы поля от ног француза. Матьюди недоволен, смотрим повтор. На грани офсайда, передача по флангу. Смотрим еще раз, Матьюди. Здесь они вдвоем, правый защитник. Игрок всех молодежных сборных Португалии. Такое ощущение, что он начал играть за сборную, когда ему лет 5 еще было. Столько уже матчей за юниорские, юношеские, молодежные и прочие команды. Уже есть 6 игр в национальной команде. Ну а колумбиец Хуан Куадрадо получает первую желтую карточку этого матча. Вообще Орсато судья не жестокий, не свирепый. У него в этом сезоне одна красная, по-моему. Но вскрыть. Слишком сильно летит мяч, но достается Манджукичу. И это голевой момент. Как-то очень легкомысленно себя повели Канданович и защитник. Кто там был? Миранда? Ну да нет, Миранда ни при чем. Он держал Игуаина, скорее Шкриня. Радо. Теперь плавная передача. Долетает мяч. Удар, гол! Гол! Дуглас Коста выводит Ювентус вперед. Ошибка защитника. И вот смотрите, какая стенка получилась необыкновенная. У Дугласа Косты и Хуана Куадрадо. Перевод на 40 метров, как радуется по-юношески честно и искренне Пауло Дибало, сидящий на скамейке запасных. Возвращает вот этой передачи мяч. Дуглас Коста его принимает. Куадрадо молодец, хотя пасовал, конечно, он не бразильцу, а куда-то набрасывал в центр штрафной, но там не разобрались с соперниками миланцы. Матьюди. Кто это? Пас Куадрадо. Матьюди. Нет касания. Все правильно. Рассмотрели, разобрались. Ну что, любители духа игры, много времени понадобилось для того судейской. Хотелось мне сказать, где-то на верхотуре Сан-Сиро. Но у нас в Лужниках, например, комментаторские и судейские всегда очень высоко расположены. Но не знаю точно, где там судьи сидят. Может быть, вообще на телецентре, допустим. Матьяс Весина. Второе предупреждение. Арбитру, работающему в поле, и тем его помощникам, которые закрыли повтор. Вы знаете, забавно. Красная карточка. Весино. Пока я вам тут рассказывал про дух игры, решил Орсато все развернуть в противоположную сторону. Но давайте рассуждать, что здесь было. Травмы принимают решение. Ну а пока Пьянич. Штрафной. Разбег, удар выше. Разбег у него очень короткий, а удар очень сильный и частенько точный. Миролем Пьянич, еще выступая за Лион, забивался штрафом у Диаманджукича, конечно, чтобы он травму не получил. Желтая. Такое ощущение, что Орсато решил сегодня удалить человек 8. Понятному пасу Игуаина. Будет удар по воротам. Дуглас Коста. Удивительно, как он оказался глазами на затылке сейчас Икарди. Перешич идет к воротам, бьет. Очень сложно будет создавать моменты. С одной стороны, хочется сказать знаменитую фразу, такой комментаторский штамп: ребята, надо моментами дорожить. А с другой, ты пойди попробуй, доберись еще раз до линии. Что теперь-то, когда Интер остался в меньшинстве, симпатии нейтральных болельщиков наверняка на стороне этой команды. Болеют за Интер и в Неаполе. Но Ювентус есть Ювентус. Он велик и очень часто бывает особенно велик в сложных ситуациях. Проиграли Лигу чемпионов. Убрали игрока Матьяса Весина. Кондрева, удар! О-хо-хо-хо-хо! Какой потрясающий!
потрясающий выстрел Антонио Кондравы. Как красиво летел мяч. Едва не залетел в девятку. И Буффон вытягивал руки. И, по-моему, задевал это танки. И Антонио Кондравы. Подача, удар. И Шкринер, словацкий полузащитник, который провел все матчи, все, представляете, матчи в этом сезоне. Это действительно большое открытие. Здесь нарушает правила. Конечно, он подталкивал соперников. И вот здесь Жан Канцело. Очень красиво. И Александра ставит на газоне Кондрава. Может быть, нужно еще какой-нибудь видеоряд посмотреть. Столкнулся Кондрава с соперником в обороне. Ну вот, вы знаете, все-таки вот по этому повтору сложные матчи вытаскивал Интер. Подача. Но это Миранда, он перевисел Блезе Матьюди. Должен быть еще один угловой. Все так. Друг на друг игроков Ювентуса розыгрыш. Дуглас Коста, подача, удар. Нет, Блезе Матьюди не откажешь в боевитости. В том, что он оказывается в нужной точке поля от чужой врата. Держал толком мяч, но все-таки успевает сделать передачу. Икарди, Барзали, карточка. Ну, Барзали опоздал, как и Весина давеча. Но, конечно, он не бил сверху по ногам соперника, и тут спорить не о чем. Предупреждение есть предупреждение. Икарди тоже, как и Манджукич, может показать свои царапины. Кстати, вообще был ли фолта? Ну так, Канч, это не удар, но мяч доходит до штрафной. И 2-0, и 2-0. Дико расстроены болельщики Интера и футболисты, которые показывают, что защитника, последнего защитника, который мог спасти ситуацию, оттеснил соперник и позволил к этому мячу пробраться Блезе Матьюди. Но судья засчитывает, будут смотреть. Ну, Матьюди в офсайде, друзья мои. Если Шкринер мяча не касался, да еще его действительно за ногу сзади зацепило. Это просто должна же хоть какая-то быть справедливость. Дело не в фоле. Дело не в фоле, хотя, на мой взгляд... Помощь врачей Марио Манджукичу, который получил... В гостях два мяча и победил. Это был, наверное, самый... Очень много сделала ничьих, поэтому так далеко она в турнирной таблице. Присматривали на других защитниках, на Мехди Бенатия прежде всего. Но я... 24-й Даниэле Ругани и 15-й Андреа Барзали. Это центральные защитники. Пошел Шкринер! Ну и здесь нарушение правил. Еще одна карточка. Манджукич. Арсата продолжает свою работу. Это игра в морской бой. Первая карточка ранил, вторая убил. Не кончился, вы видите. Подача, опасный удар, гол! Мауро Икарди! 1-1! Браво, браво, Интер! Потрясающие 7 минут, которые перевернули игру. Во всяком случае, теперь это совершенно будет другой футбол. Шутка ли, Ювентус ничья не устраивает, она не устраивает и Интер. Вот в этом кайф футбола. Не то, что ФРГ и Австрия 80 минут катали мяч, когда и те... Смотрим повтор. Ну, здесь на всякий случай, чтобы не было никаких разговоров, еще и линию прочертили далеко до офсайда. Ну и, конечно, очень хороший. Настолько правильный прыжок и правильный удар, что даже... Не веришь. Ну и Мауро перескакивает через квадрат. Ходит в штрафную, перешит прострел. Удар. Гол! 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 Это гол! Интер выходит вперед. В свои ворота забивает
прошедший через соперника, уже обыгранного винтом, и прострелил так, что Барзали деваться было некуда. Икарди готов был замыкать передачу. Интер выходит вперед 2-1. Удар! Квадрадо! Не стал его трогать соперник, и напрасно! Нечаянно, смотрите, как он старался здесь. Сандор уклоняется, еще один автогол. Милан Шкринер, как и Андреа Барзали, забивает в свои ворота. Помните восхищение от того, какой дриблинг устроил Кондрева? Дибала, высокая подача, удар, гол. Это гол Гонсало Игуаи. Поставил лишнего защитника вместо форварда, который...